Серия теракта в Париже стала самой страшной в Европе по количеству жертв после произошедшего в Мадриде в 2004 году, когда погиб 191 человек и 2000 были ранены. Что касается Парижа, это уже вторая террористическая атака за год. В начале января жертвами нападения стали 17 человек. В целом, за последние 35 лет Европа многократно переживала подобный кошмар. Так, в 2011 году 77 человек были убиты в Норвегии, в 2005 56 в Лондоне. Ранее в 98-м 29 смертей в Северной Ирландии, еще 12 годами ранее 21 убитый в испанской Барселоне. В 80-м году прошлого столетия 85 человек погибли от рук террористов на вокзале Болонии.